Ну что, всем привет! Сегодня мы начинаем прохождение игры Sniper Elite 4, хоть она и давно вышла, но мне только сейчас удалось в нее поиграть, начать. Это только самое начало игры, еще я не играл. В третью когда-то пытался на компьютере, но и то полностью не проходил. Вторую, по-моему, только на компьютере очень давно полностью проходил. Так что поехали, четвертую часть Италия. Сама игра, так как я понял, развивается у нас в Италии. Насколько я понимаю. Кстати, тут должен присутствовать русский язык, так как я покупал в PS Store. Точно не знаю, говорили, что да. Яркость. На середнячок это мало, а вот так где-то мы будем делать, да? Так, горизонт, граница. Продолжаем. Широко поставленные динамики, дублирование голоса, ТВ. А я не знаю даже, что тут выбирать. Все равно пишется, что потом смогу настроить. Камеры убийства. Фирменная особенность серии игры Sniper Elite. Камера убийства. Kill камера. С которой вы окажетесь в самом сердце боя. Да, конечно, я хочу ее. Сетевая игра, совместная игра. Даже совместная игра и сетевая игра, одиночная игра. Стрельбище. Выкладка игроков, послужной список, DLC, я не знаю, что такое параметры, тоже не знаю, что такое. Одиночная игра, новая кампания, выживание в одиночку, новая кампания, подъезд, стрелок норм. Задание. Ага, я еще ничего не прошел. Выживание в одиночку. Выберите карту, выберите сложность. А, тут даже с ботами, походу, можно играть, я так понял. Новая компания. Конечно, новая компания, да. Кадет легко, стрелок норм. Элитный снайпер сложно, реалистичная, хардкор нет. Достоверная плюс, изменения. Ну, стрелок норм пусть будет. Пусть будет так. Нам оружие то, которое нам дают, а где моя? Дельта, Чарли, Браво. Предустановка. Альфа, ну альфа. Ну, пусть будет альфа. Какая там разница? Начать игру. Остров Сан-Селини. Компания. Да? Посмотрим. A world at war. A world in turmoil. We closed the trap on Hitler's North Africa campaign. But what next? Churchill urged an Allied invasion of Italy. Called the Mediterranean the soft underbelly of the crocodile.
The Americans took some convincing, but Winston won them over. General Dwight D. Eisenhower, Allied Commander in Chief, is masterminding the entire Mediterranean strategy. As for me, I'm headed for San Salini, a secluded island to Italy's southwest. Это очень меня не сподвигает играть в игру. Хочется полный экспириенс. We've been losing ships in the area. British intelligence thinks the Luftwaffe's presence on San Salini might explain why. The Royal Navy dispatched a captured Italian freighter, the Orchidea, to investigate. She was equipped with the very latest radio interception equipment. The intelligence she gathered confirmed our worst fears. The Nazis have a new wonder weapon. Survivors from the destroyed ships have talked about a new kind of missile. Radio controlled from the plane that launched them. These rockets can track our ships with lethal accuracy. The Orchidea's job was to monitor Luftwaffe radio transmissions and find out what the Germans are up to. Корабль, да, нормальная заставка, только плохо, что не на русском. Now we need to know what the Nazis are planning and how we can stop them. A member of the Luftwaffe's top brass is on the island, General Tobias Schmidt. It's no secret Hitler thinks highly of him. Schmidt would never let himself be taken alive, and he'd never betray his beloved Führer. But he might just be carrying some information we can use. My mission? Kill Schmidt. Kill all high-ranking officers. And get the hell out. В принципе, субтитры идут. Need to make sure those men didn't die in vain. Need to find out all I can about the new rocket. А ты-то, как я понимаю, я. Ну да. Хорошо, это все прекрасно. Меня интересует русский язык. Давайте посмотрим в параметрах. Параметры. Видео, тут что-то можно настроить. Настройки экрана. То же самое, что мне давали. Аудио. О. Речь. А, это... Все, я понял, что это такое. Это я понял. Видео тоже нам управление. Это я понял. Так, игра. Ну, она ж идет на русском, так как писалось, я покупал ее в Play Store. То есть все меню на русском. Так же самое и аудио, они писали, что там будет на русском. Что я ничего не понял. А? Хорошо. Хм? Эй! А? А? Ну, это то же самое, что и было, хорошо. Это я понял. Куда нам идти вообще? Вот это я пока что не понимаю. Видимо, сюда, я так понял. Нет? Reckon I could take this fellow down without making a noise.
Жмите крестик, чтобы убить в ближнем бою. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребятушки, как это было красиво. R3, чтобы использовать бинокль. Ага. Пометить врага R2. Жмите R3, чтобы использовать бинокль. Ich will nach Hause. Отмечайте врага и... Ну, отметил я врага. Светящийся шкив-кран. А, я понял, он на них падает. Нажмите R3, чтобы... Нажмите L1 и выберите винтовку в круговом меню. Видите, как я понимаю? L2 удерживайте, чтобы использовать прицел винтовки. Хорошо, а как я приближусь? А ну-ка. Попробуем. Хорошо, базара ноль, друзья. Хорошо вообще. Только я не могу понять язык у нас еще пока что. Ладно, чуть поиграем. Может, в следующей серии настрою, не обещаю, друзья. Ну что-то я не понял прикола этого пока что. Скалиш, аудио. Нажмите крестик, чтобы перепрыгнуть через щель. Слушайте, он будто летает в воздухе, а не прыгает. То есть, ну, я не могу понять пока что. Классно. Почему это? Нолик, чтобы спрыгнуть. Обыскать квадрат. I think I've grabbed all I can. Почему игра идет озвучивание на английском? Надо разбираться, может, надо будет что-то докачивать или обновлять. Я просто скачал ее с Play Store и все, может, какие-то обновления были, потому что я в этот момент занимался другими делами дома. Так, нажмите нолик, чтобы пригнуться или удерживайте, чтобы ползти. Там не пригнуться, тут должно хватить. Так, нажмите на эту, чтобы просмотреть карту и задание. А что мне надо тут? Я здесь, хорошо, я понял. Мне надо сюда уничтожить камеры. И все равно я не понял, где тут задание. Так. Борьба с вредителями. Ну, идемте сюда наверх, на лестницу. Может, я отсюда смогу кого-то прибить еще. По скиллу так пока что. Будем играть так. Где-то тут самолет или вертолет был. Оба-на. Вот и наши вредители. Ляжем. А это у нас консервы, я понимаю, с этим. Бензином. Солярка. Ой-ой-ой, друзья, они что, все тело проделали?
определение местоположения. Кто хочет, может поставить на паузу и прочитать себе потом просто, ну. Это очень плохо. Меня так, я понял, заметили. Ну, сейчас я его глухану, еще один там был. Все. Я попал, но не убил. Еще едут. Убил. А, вон у нас еще один. Я-то думаю, где... Где-то что-то там, но... Это не то было. О, попал, упал. Ты смотрите, блин. Есть, выстрел в голову. Писалось, опыт 210. Смотрите, еще набегает, еще набегает. Так, давайте возьмем другое оружие. Выстрел в голову, блин. Давай, иди сюда. Гуси-лебеди, а ну поднялись, прыгнули быстро. Еще набегает, смотрите. Да. Я сейчас вам открою. Хорошо, куда мне идти, сюда или нет? Я пока что не особо понимаю еще даже, что тут делать, друзья, чтобы вы понимали. Английский язык как английский. Что она мне дает? Где-то есть. И сюда. Ты что, раздухарилась? Курва. Не, ну винтовка это будет получше, да. Это однозначно. Очень много. Я не вижу, где они. Меня убили. Перезапуск контрольной точки. Ну да. Давайте. О, я нашел даже бежать так быстро. Отлично. Установка завершена. Готовьтесь. Ребятушки, я сейчас тут лягу и будет больно всем. Иди сюда, о! Ой-ой-ой-ой-ой! Но вот эта вот штучка, это просто, друзья.
Где-то тут еще какой-то был. Ну вот этого я вижу, если это. Убил. Вот там вот у нас что-то еще. Кто-то где-то меня палит. А, так ко мне даже друзья поднимаются. Представляете? Вышел отсюда. Тебе тут нельзя находиться. Подлюка ты такая. Я красный, это значит, что... Так как я понимаю, что я засвеченный, что я тут. Они это знают. Все, треугольник, значит, я остался там. Так как я понял. Оставайтесь там. Слышь, нормально они тут так палят, не как во втором. Второй так отдыхает. Да, их было трое, а стало двое. Тихо, я уже желтеньким свечусь. Тихо, 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 тихо. Опа. Начинает. Беги, беги туда, брат, беги. Там уже никого не мат. Стреляет он. Эй. Кого ты там ищешь? Ты глаз уже потерял. Все. Блин, их так до хрена там вообще. Я вам отвечаю, пацаны, их просто море там. Я не знаю, откуда они бегут, но они бегут. Я даже не понимаю, откуда они бегут, если честно. Ничего я не хочу менять. Мне пока что все подходит, я еще в игре не разобрался толком. Что тут к чему? Еще если бы у меня была прошка четвертая, а у меня слинка, поддерживала бы 4К, то я бы вообще сейчас
ощущал такое, ох. Такую штуку классную. Тихо. По-любому у нас тут где-то что-то... Что-то ныкается где-то кто-то. Не, нема. Я ж могу пойти туда. Как взять аптечку? У меня хп такое маленькое или что? Ну, аптечка. Я хочу взять аптечку. Я не помню, как ее взять, к сожалению. Не то нажал. О! Да тихо, не лечите. Говнюк, две аптечки использовал. Блин. Ага. Все, вот зум. Я точно слышу, что кто-то говорит. Вон. Он. Базарит. Там, где машина стоит. Я уже нашел. О, один там точно есть. Больше не видел, но не скажу. А один точно, вот прям за машиной есть. Это что, немецкий флаг там? Черный с белым. Ну, на сластику не похоже, но вообще на немцев да. Не любят такой черный с белым. Не знаю. А вон он, вот он, вот он. Пацанюра, да вот там выглядываешь. Я боялся. Выстрел в голову, в глаз даже, ага. Где вы меня видеть могли? Впереди в воде, что ли? Ну то, что ты там в доме есть, это я уже заметил. Я уже понял, где впереди. А вот тут вот сбоку кто там. Ага. Друзья мои родные. Тихо. Стоять бояться. Есть. Теперь меня просто видит. Если ты не бежит даже. Так, а тут песочек есть такой неплохой. Оказывается, на берегу. Я думал, там просто водичка, уже пруд. А тут, оказывается, бежит еще один пассажир. Я думаю, как они далеко меня так могли видеть? Вот он, вот он, вот он, смотрите. Во, во, во. Остановись уже. Хватит. Тихо, я тебе сказал, хватит. Не трогать. Я тебя не обидел еще пока что. Ты так сильно был на меня обозлен. Впереди он бежал. Жаба, блядь. Даже стреляет.
жабы. Вот там бегают. Во-во-во-во. Мышатина. Я уже и тут заметил. Ну стреляй в камень, что ты. Вот и убить пытаешься. Вот дура снялась. Сюда, сюда, сюда. Смотри, блядь, тут бегает, а? Скотиняка. Бояться? Ушел. Ушел, выстрел в вас. Сейчас я вас тут всех вас накажу. Олени такие. Попугаи, блядь. Му-му-му. Корова, сука, мычит там за кустами, блядь. Никак попасть не могу. Вот скотиняка. Я голодный, мясо хочу. Му. О, смотрите, уже не знаю, где я. Что ты там мычишь, блин? Идет поиск игрока. Даже так. Это что у нас? Аптечка? Нет. Тихо, 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 тихо. Хотел убить, блядь, он меня завалил. Еще не знаю просто как убить. Так, хорошо, ладно, друзья, на этом у нас все на сегодня. Встретимся в следующей видео, в следующей игре, в следующем видео. Всем приятного просмотра. Может, как раз настрою русский язык. До скорых встреч. Всем пока.